К объектам презентации PowerPoint может быть применена анимация. Как правило, она призвана для того, чтобы оживить вашу презентацию. Лично я советую вам использовать анимацию в своих презентациях в обязательном порядке. Однако здесь тоже нужно знать меру. Если вы переборщите с анимацией, то слушатели это просто утомит. Настройка анимации абсолютно для всех объектов PowerPoint совершенно одинакова. Единственное различие заключается в том, что для некоторых текстовых объектов есть дополнительные эффекты. Но в плане настройки они все абсолютно идентичны. Ну что же, давайте начинать. Для того, чтобы применить анимацию к объекту, для начала нужно его выделить. После чего перейти во вкладку анимации и из списка анимации выбрать понравившийся эффект. Так же, как и в случае с переходами, для некоторых эффектов анимации присутствуют дополнительные параметры. Также дополнительно настраиваются параметры начала анимации, по щелчку, с предыдущим эффектом анимации, либо после предыдущего эффекта анимации. Также задается длительность и задержка. Как вы успели заметить, анимация делится на группы. Вход, выделение и выход. В зависимости от той или иной группы, анимация может как вывести информацию на слайд, так и убрать ее. Если же вам нужно что-то выделить на слайде, то можете применить эффект выделения. Как уже было сказано ранее, настройка эффектов анимации для всех объектов в презентации PowerPoint абсолютно идентична. Но для того, чтобы закрепить материал, давайте попробуем добавить анимацию какой-либо картинки. Для этого переходим на второй слайд, выбираем картинку, переходим во вкладку анимации и выбираем из списка понравившийся эффект. Как мы видим, для картинок точно такие же инструменты и параметры. Также, как вы успели заметить, напротив всех объектов, в котором применена анимация, стоит порядковый номер. По нему определяется последовательность анимации, то есть в этом случае у нас в первую очередь появляется заголовок, потом заголовок бизнесмена, картинка, затем следующий заголовок вместе с картинкой и дальше по порядку. Кстати говоря, если вам нужно применить эффект анимации сразу к нескольким объектам, вы должны нажать на кнопку Ctrl и не отпуская ее выделить все объекты, которые вам нужны. После чего перейти во вкладку анимации и выбрать нужный эффект. Если вам нужно изменить очередность анимации объектов, перейдите во вкладку «Анимация», выберите нужный объект, а затем при помощи стрелок вы можете изменять порядковый номер анимации. Если на месте порядкового номера указана цифра 0, это значит, что анимация объекта начнется сразу же после перехода к данному слайду.